Ну, сначала коротко о матче, потом вопрос. Ну, на данном этапе играли два соперника, которые показали, в принципе, одинаковый футбол. Что касается, то есть, обоюдных моментов, что касается нашей команды, то ну, мы не играли даже так, как мы играли на сборах. Как бы не понравилось, как бы не хочу успокоить наших болельщиков, потому что буквально два-три человека выпали из командной игры, была какая-то боязнь, груз ответственности, мало движения. Вот. Я думаю, что, ну, что это не наш уровень, как минимум. Я знаю, про что я говорю. Мы провели неплохие матчи на сборах. Вот. То, что сегодня мы так сыграли, не сильно, на мой взгляд, это, ну, мы разберемся, в чем причина. Вопрос. Алексей Евгеньевич, все-таки вам руководство сформулировало задачу на сезон? Обещали, что посоветуются с игроками, с тренерами и сформулируют. Играть начали, а за что играют-то? За что боремся? Нет, ну, мы боремся за то, чтобы первое радовать наших болельщиков, к сожалению, сегодня это не получилось. Я как спортсмен и ребят призываю выигрывать каждый матч, особенно в домашнем. Вот такая задача. Ну, как минимум, у нас, спортсмен. Поэтому все, что нужно было сделать для подготовки к чемпионату, я могу все уверить, оно было сделано. Мы готовились в обычном, нормальном режиме для команды. Я думаю, что в ближайших матчах мы покажем, что мы